Итак, как же поменять аккумулятор, который пришел вот в таком блоке? Очень легко. Для этого нам понадобится отверточка. И первое, что мы сделаем, это открутим 4 винта сзади. Он у нас, блок сейчас выключенный. Откручиваем первый, второй. Третий и четвертый. Теперь берем плоскую отвертку. Чем мощнее она будет, тем лучше. Да что такое? Вот, и откидываем предохранитель. Опа, все. Далее нам нужно снять вот эту крышку. Здесь нам тоже пригодится плоская отвертка. Просто подковыриваем плоской отверткой где-то вот здесь вот. Раз, два. И то же самое проделываем здесь. Раз, два. Все, это все откинули. Теперь нам понадобится другая плоская отвертка. Вернее, не плоская, а совершенно-таки короче, она должна быть просто длинная. Этой коробкой я туда не достану. То есть засовываем и откручиваем. Сейчас у нас блок выключен, о чем свидетельствует лампочка. Снятый предохранитель. И куча других факторов. Так. Вот так вот он разбирается. И мы видим, что наш блок сюда не влазит. Вот такая сырьеви. Он как бы подойдет, но для того, чтобы его поставить, нужно будет вот это все дело выламывать. Печалька. Ладно, будем искать другой блок. Смотрите, не попадите на такое же дело. Вот один. Вот второй. У них разная ширина. Они немного разные. По длине они одинаковые. Здесь у нас получается 50 миллиметров. А тут у нас получается 65,5. 65 миллиметров. Итого разница в толщине. Бажаемо выиграть и наступного разу. Вот так вот как-то. Всем пока. Ремонт оказался опять неудачным. В общем, сдать данный аккумулятор была большая проблема. Ну, вернее, небольшая, просто заморачиваться с этим не стали. И решили сделать следующее. Убрать ненужную стенку внутри перегородки, ну и установить его. И вот что из этого получилось. В принципе, как бы, сожалений горьких нет, так как данный ИБП стал держать аж 35 минут. А везде, по заявлениям производителя, он должен был держать в пределах 5 минут. То есть, как бы, запас довольно-таки серьезный. Нагрузку я давал компьютер, лампу и трансформаторный, этот самый, трансформаторную зарядку для шуруповерта. Ну, вот что из этого вышло. Все, умер. Ну, не совсем, ну, конечно, ну... Не, все, умер. 35 минут 44 секунды.